Казанов, Казанов, гражданин Израиля, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Я живу здесь, живу здесь. Живу. Мало того, что я живу. У меня гражданство российское. И еврейское, израильское. Не еврейское, а израильское. Второе гражданство берут предатели отечества. Подлецы, диверсанты, все, кто разрушит государство. И вас всех с двойным гражданством я быстро лишу этого гражданства. Поэтому вы думаете, что...